Все. Здорово. Привет. Последний звонок кончился. Все, наконец-то. Аттестат получил, прикинь. Короче, теперь я буду бить татуху, как большой мальчик. Привет. Как тебя зовут? Успокойся, все хорошо. Меня зовут Влад. Влад, да. Ты пришел делать татуировку, я так понимаю. Да. Эскиз готов, да? Хорошо. Ну что ж, у меня слов нет, даже меня смог шокировать. Пойдем биться. Быстрее биться, блин. Друзья бухают без меня, я как... Как школу-то окончил, рассказывай. Ну, как сказать, хорошо. Хорошо? Да, ЕГЭ очень трудно удалось. Когда я сдавал ЕГЭ свое, это был тестовый вариант. И просто мы, короче, нам сказали, мы знали заранее, что будет плюс один балл. Ну, мы, о, ништяк, круто, мы пришли за 4 минуты, понатыкали все подряд. Учителя, конечно, охренели, ну, мы такие, хоп, сдали, вышли. Ну, в итоге все нормально, выпустили, даже аттестат дали. Ну, правда, хреновый, но аттестат. Блядь, сука. Нет, ну а что я скажу, 18 есть, хоть материться можно. Продолжай. Мамка разрешила. Мамка разрешила. Кстати, ты это вообще смотрел, примерял эту татуху перед тем, как бить? Ну, конечно, примерял. Кстати, друзья, специально для вас инфа, есть у меня знакомый фотошопер, который делает, начиная от эскизов, заканчивая какими-то там коллажами, все что угодно. Ссылочка будет в описании, если вам нужны услуги фотошопа, обращайтесь к чуваку, он молодец. Лучше бухал с ребятами. Кстати, чувак, вот школу обычно, когда заканчивают, ну первое, что идет, это армия. Ты как, в армию-то идешь? Да вообще так-то не хочется, я же так уйду, чтобы откатить от армии. Нет, блядь. Зачем это все? Ну, кстати, сейчас же в армии, насколько я знаю, вполне неплохо, да и служить сейчас нужно всего один год. Вот я бы, на самом деле, была возможность, реально сходил бы, почему нет? Как это болезнь? По-моему, болезнь Паркинсона называют. Вот, мне кажется, вот те, кто делает дотворк, короче, татухи в стиле дотворк, у всех должна быть эта болезнь, потому что сразу проще, короче, станет бить. А может быть, чуваки, у которых есть болезнь Паркинсона, им надо просто срочно стать, короче, такими мастерами именно в стиле дотворк. Че, так больно, что ли? Есть мучаешься. Да не, есть места, где вообще ничего не чувствуешь, есть места, где сильно больно. Кстати, дорогие мои школьники, я вас всех поздравляю с окончанием года. Ну, кто-то уже, наверное, даже школу закончил, тех тоже поздравляю особенно. Кто хорошо закончил, тот, собственно, молодец. Вот. Ну, а кто аттестат не получил, тот сраный холодец. Что-то я не пойму, ты, блин, барабанщик или гитарист? Что ты ногами-то сидишь, топчешься? Я не знаю. Мама будет тобой гордиться. На самом деле нет. Ну и как ты вообще додумался стать таким мастером? В 12 лет сделал самопальную машинку, и ты знаешь, как-то автоматически получилось. Рисовал-то я всегда, с самого детства всякое делал. Слушай, видел, короче, видел у тебя, чувак бил 13 спартаков. Ну? Он тебя на защитку щипнул. Короче, я хочу тебя тоже щипнуть. Кусь-кусь. Хам! Не хам. Я хочу. Так, ну что, мы в принципе закончили. Как тебе самому нравится? Да, конечно, нравится. Может, потом у тебя еще что-нибудь поменяем. Ну, как бы готовься. Ну, а с вами, дорогие друзья, я прощаюсь. Если вам понравился этот видос и он был информативным для вас, ставьте лайк, не забывайте писать комментарии, чего вы хотите еще увидеть, чего вы хотите еще посмотреть. Ну и, конечно же, для тех, кто захочет поддержать наш канал, ссылочка для донатов внизу. Ну, а если жалко тебе, то и жалко, сиди и видео смотри.